Знакомая ситуация? А ведь изоляция кабеля – это защита от поражения электрическим током. Как защитить себя и своих близких от такого рода проблем? Уже сегодня у FortisLex есть решение данной задачи. Всем привет! Вы на канале КВТ, и речь пойдет о кабельной оплетке. Основная задача оплетки – это защита от перегибаний или механических повреждений кабеля и проводов. А также это поможет придать эстетичный внешний вид вашему оборудованию, будь то провода от компьютера, зарядка от вашего любимого гаджета или производственная кабельная линия. Оплетать можно как один, так и несколько кабелей, важно только правильно подобрать размер. Рассмотрим некоторые типы кабельной оплетки. Марка XS – это самозаворачивающаяся оплетка из полиэстера. Представляет из себя плотную ленту, закрученную в трубку. И как ни крути ее и не ломай, оплетка XS не потеряет свою форму. Такой оплеткой можно сформировать жгут, не отключая кабель от устройства, а также это обеспечит быстрый доступ для ремонта или тестирования кабеля. Допустим, вы работаете в офисе и каждый день ногами цепляете эту кучу проводов. С помощью оплетки XS38 вот эту кучу проводов мы превратим в один аккуратный жгут. При выборе оплетки XS ориентируйтесь на диаметр. На сайте представлены диаметры от 5 до 38 мм. Термоусаживаемой бывает не только трубка, но и оплетка XT с коэффициентом усадки 2 к 1. Это значит, что при полной усадке диаметр оплетки уменьшится вдвое. Например, мы взяли оплетку XT 20 на 10. Это значит, что изначально диаметр оплетки будет 20 мм, а после полной усадки он составит 10 мм. Этот тип оплетки можно использовать как для кабеля, так и для шлангов. Благодаря высокой стойкости к горюче-смазочным материалам и ультрафиолетовому излучению, оплетку XT часто применяют в железнодорожном транспорте, автомобильной промышленности и системах охлаждения двигателя. Температура усадки оплетки XT 120 градусов по Цельсию. Производить монтаж мы будем с помощью высокотемпературного фена ТТ-1800 от КВТ. Следующая оплетка XP. Это оплетка, которую часто называют змеиная кожа или просто змейка. Ее плетение при сжатии расширяется, что позволяет продеть кабель даже с предустановленным разъемом. Как и XT, XP устойчива к горюче-смазочным материалам и ультрафиолетовому излучению. Ее применяют как в промышленности, так и в домашних условиях. Часто ее применяют для автомобильной аудиопроводки, а также для моддинга системных блоков компьютера. Получаем дополнительную защиту для нашего кабеля. Далее рассмотрим два типа кабельного бандажа, модели BSP и BSK. Они имеют спиральную конструкцию для того, чтобы сохранить гибкость жгута, а протянуть через них кабель не сложнее, чем кататься на велосипеде. Модель BSP изготовлена из прозрачного полиэтилена. Она хорошо тянется, монтируется путем круговой обмотки вокруг проводов. Идеально подойдет для объединения проводов и кабелей вокруг рабочего стола. Модель BSK изготовлена из полипропилена. Она будет немножко жестче, чем модель BSP, но останется не менее гибкой. Монтаж производится с помощью специального ключа, вот такой прищепочки. Берем пучок проводов, просовываем наш специальный ключ, берем бандаж и аккуратно продеваем. И наш пучок проводов превращается в аккуратный жгут. Как легко смонтировать, так же легко и снять. Уверен, после просмотра данного видеоролика вам будет проще выбрать тип защиты для вашего оборудования. А на сегодня это все. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока.